На будущей спинной стороне зародыша начинается впячивание эктодермы в форме желобка, которое завершается образованием нервной трубки. Эта трубка погружается под эктодерму и образует зачаток спинного мозга, а из ее переднего широкого конца развивается головной мозг. Происходит вытягивание зародыша в длину, возникают спонтанные мышечные сокращения. На поздних стадиях эмбрионального развития из трех сформировавшихся зародышевых листков происходит закладка всех основных органов и тканей животного. Так из эктодермы образуются покровные ткани, нервная система, органы чувств, глаза, органы обоняния и слуха. Из энтодермы развивается пищеварительная система, легкие. Из мезодермы идет формирование хорд, хрящей, костей, гонад, почек, мышц, кровеносной системы.